Очередное заседание Координационного совета общественных объединений муниципалитета началось со вступительного слова председателя Феликса Жамалиева о роли общественников в современной жизни. Одно из главных направлений работы – доносить населению объективную картину о состоянии дел в муниципалитете. Мы должны это делать, мы должны замечать все то, что не замечают многие жители, обычные, обыкновенные жители. Мы должны вести работу о том, чтобы до жителей доходила информация. На заседании присутствовал глава Ленинского района Валерий Венцель. Он поблагодарил членов совета за их активную жизненную позицию и поддержку общественных организаций во время перехода муниципального управления из района в городской округ. Естественно, эту работу по информированию жителей, связанную с переходом на управление территорией в рамках городского округа, мы будем продолжать и дальше. Будем информировать, рассказывать плюсы-минусы. Все-таки не до конца все еще понимают, что же такое городской округ. По сути, это та система централизованной власти, которая у нас была до принятия 131-го федерального закона. Валерий Венцель пообещал и дальше продолжать тесное сотрудничество с общественными организациями. Приятным сюрпризом стало награждение членов Координационного совета памятными медалями к 90-летию Ленинского района. Праздничные мероприятия пройдут 14 сентября. Центральным местом народных гуляний станет стадион «Металлург». В 19 часов у нас будет большой гала-концерт с участием профессиональных артистов. В 22 часа для всех жителей нашего города пройдет праздничный салют. Также в ближайшее время пройдет множество спортивных и культурных мероприятий, посвященных круглой дате. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.